Здрасте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как можно тренировать выкладку красителя для бровей, если у вас под рукой нет модели, а просто есть банан. Для тренировки нам нужен банан. Лучше, чтобы он был немного зеленоватый. Тогда вам будет удобнее прорисовывать. Кожа банана очень похожа по текстуре с кожей на лице. Поэтому как раз вам удобно будет линии выводить и подчищать. Изначально нам нужно прорисовать бровь. Выбрали с вами ширину, приблизительно наивысшую точку. И соединяем. Я рисую микроматиком Dark Brown Elan. И прорисовываем нижнюю линию. Я сейчас сделаю линию чуть шире, для того, чтобы показать, как хорошо можно будет подчищать. Далее берем Detox Mousse, кисточку номер 9, и выравниваем линии. Все делаем точно так же, как и на лице. Кисточка немножко лежит, и тогда удобно прорисовать, подчистить ровную линию. Обычно на лице внутреннюю часть я не подчищаю, но для тренировки вы можете тоже сделать и с внутренней частью, для того, чтобы линии были у вас очень тоненькие, такие инсталинии. Дальше нам нужна краска. Мы будем тренироваться наносить Deep Brow Tint. Эта краска более жидкая, поэтому я вам рекомендую потренироваться изначально, перед тем, как делать услугу. Смешиваем с окислителем 1:1. Одного флакона окислителя хватает на один тюбик краски. Поэтому, когда вы заказываете, вы это учитываете, что для каждого тюбика вам нужен флакон с окислителем. Смешиваем и чуть-чуть подождем, пока она окислится. Если на лице, вы можете наносить сразу. Можно, в принципе, и здесь нанести сразу, и вы увидите, как она будет окисляться уже на банане. Мои кисти для нанесения краски Deep Brow Tint. Номер 4 Face, Blackwood номер 1, 2 также Blackwood и 8 из Face. И подчищать я буду кистью номер 10, тоже из линейки Face. Для себя дома вы можете оттренировать нанесение каждой кисточкой, которой бы вам хотелось работать. Я вам сейчас покажу, как можно делать нанесение с помощью кисти номер 2. То есть мы берем изначально краску и наносим на нижнюю линию. Подождем, пока краситель окислится, для того, чтобы вам было видно, как я нанесла. На лице же вы можете сразу наносить прозрачный состав. Вам будет виднее, чем сейчас через камеру. Беру еще раз краску, чтобы было видно, и наношу прямо возле нижней линии. Когда вы работаете с клиентом, вы как раз развернете руку, чтобы у вас срез кисти был прямо возле вашей линии, и потом чуть-чуть поддавливаете, и как раз краска движется в вашу линию. Угол. И заполняем далее. После того, как нанесли, вы можете подчистить с помощью кисти номер 10, если где-то у вас вылезла краска. После вам нужно будет отодвинуть начало. Я отодвигаю всегда по диагонали только верхнюю линию. Нижнюю линию я оставляю. Краска через кожуру плохо проходит, но чтобы вам было понятно, как мы двигаемся. И уже после, если нас цвет устраивает, мы смываем полностью всю краску водой. Как бы это ни странно звучало, но тренируйтесь на банане. Делайте видео, отмечайте меня в сторис. Самые интересные сторис получат от меня футболки. Всем пока!